Всем привет! У нас сегодня 17 апреля. Вот. И я, в общем, стою у себя в тепличке. Вот так вот у меня выросла моя редисочка. Сеяла я ее 31 марта. Ну, вот стоит такая зелененькая. Но сегодня ночью обещают минус 6. И поэтому я вот собрала все укрывные материалы, пленки. В общем, я сегодня закрывала, потому что было, ну, вроде плюс 5 писали, но было очень холодно. Вот. И, значит, я хочу показать ёшту. Я в Леруа купила 2 кустика ёшты. Она вот зелененькими уже листочками. Вот один кустик и вот второй. Вот, в общем, я купила вот 2 кустика и посадила сюда в тепличку, потому что на улице они просто помёрзнут. У нас Бима привязан, и поэтому вот так вот все время лает. Вот здесь, значит, я посеяла капусту. Капусту я в этом году взяла вот такую. Вот. Значит, вот такую капусточку я взяла. Вот такую. Вот. И взяла цветную капусту. Больше никакой... Больше никакую капусту не брала. Вот. Здесь, значит, я... У меня рассада. Рассады мало. Она что-то у меня в этом году очень плохая. Прям я не знаю, с чем связано. В общем, растет, ну, ужасно. У меня помидорчики черри. Вот, и здесь, в общем, перчики вот такие. Ну, перчики еще ничего, в общем, неплохие. Вот, в общем, и вот и здесь в тазике. Ну, в общем, так, ну, а вот эти вообще плохие. Не знаю, что с ними делать. Вот, ну, в общем, я вот здесь что подсеяла. Помидорчики уже вот вылезли у меня. Вот, я вот воткнула палочки, чтобы было пониже. Я сначала вот дуги воткнула, потом очень высоко. Рассада еще маленькая. Я решила воткнуть палки. Это я накрываю пленкой. В общем, несколько слоев. Вот. Вот мои баклажанчики. Немножко, но вот эти вот хорошенькие прям. Вот, ну, в общем, вот баклажаны с перцем я здесь что-то не вижу. Вот, ну вот, а помидорки есть. Вот они, помидорки, и очень много травы вылезло. Вот. Здесь, значит, сейчас на данный момент сколько у меня? В общем, 14 градусов. Это здесь с краю. А если положить сюда на грядку, я ложила, то больше. Вот здесь очень дует, вот поэтому вот показывает 14 градусов. Я ночью вчера ложила сюда на 3 градуса, прям на грядку вот сюда положила градусник. На 3 градуса больше выходит. Вот, ну, в общем, обогреватели я включаю только когда минусовая температура, так я их не включаю. Достаточно здесь тепло. Я вот накрываю на ночь каждый день, я накрываю на ночь вот пленкой. Сегодня придется, обещают, минус 6 ночью. Сегодня, в общем, вот повторюсь опять. В общем, жалко, конечно, если редисочка померзнет. В общем, сегодня придется ее конкретно, можно так сказать, укрывать. Вот такая вот у меня редисочка выросла. Вот. Вот будем ждать, что у нас. Какой урожай будет. Ну, достаточно большая. Здесь вот такой вот чесночок наш. Не очень-то крупный. Вот мой муж где-то здесь сажал его. Вот так огородил, чтобы куры его, значит, не раскидали, не вытащили. И, значит, насыпал прям свежий кролячий навоз вот на эти грядки. Вот. Ну, я, конечно... противница вот такого, чтобы свежий навоз, в общем, прямо так на грядке, еще вот так вот слоями, вот, ну, в общем,
Не знаю, я хотела расчистить, он не разрешает мне, говорит, не надо, оставь все как есть. Я говорю, там вот, где большой слой, не вылазит. Все, говорит, вылазит, ничего не трогай. Ну, в общем, или вот я зайду там расчищу, потом, значит, получу хорошенько. Вот, и, в общем, ну, вот что-то, не знаю. Или так оставить уже, пусть растет. В общем, не знаю. Зелененький чесночок вот так на зелень вот так подрос хорошенько. Вот. Значит, на этой грядке мой муж посеял морковку. Я засыпала, чтобы земля так не сохла, потому что дождей нет. Я засыпала опилками. Бимочка все время лает, потому что вот мы на той грядке, вот на второй тоже посеяли лук. Сеянец, вот, и они нам все затоптали, собаки, вот это вот так постарались собаки, вот, и мы решили их завязать, вот они у нас завязанные, завязали мы их обоих, Бимочка не хочет находиться один, вот, и все время возле пирата, ну, хочет бегать, вот, все время лает, потом мы, значит, здесь выкопали малину, вот, и в общем я ее посадила в другое место, что-то оно у меня здесь плохо стало расти, я ее посадила в другое место. Здесь, значит, на двух этих грядочках я посадила лук, вот, в общем, здесь лук, там лук, и вот на той грядке, вот, которая засыпана опилками, тоже Бимофо! Вот, тоже засыпала опилками. Это у меня три грядки лука. Потом я, значит, приготовила грядку для огурчиков. Вот она у меня. Вот. И, значит, делаю новую грядку. Мы решили попробовать вот так вот разные бревна, гнилушки. В общем, собрали вот такой вот. Сейчас я засыпаю, значит, навозом. И сверху я засыплю землей. Здесь у меня тоже будут огурчики. Ну, в общем, хотим вот так попробовать, чтобы поменьше поливать. Значит, на эту грядку я хотела посадить землянику. Вот. В общем, на такую грядочку. Здесь я еще не расчистила. Сегодня буду все расчищать. Просто не успеваю категорически. Вот. Здесь у меня... Я вот так закрываю, чтобы меня не потоптали. Здесь у меня уже вот... Или тут теплее, или что, я не знаю. Но у меня вот здесь вылазят лилии. Я вот так пока накрыла, чтобы мне... Ну, нечаянно кто-то не наступил, не растоптал. Вот. Здесь у меня лилии. Здесь гейхера растет. Вот уже начала вылазить. Вот. Густо, по-моему. И розы у меня вот так перезимовали. Розы в этом году я их не закрыла. Не укрывала. В общем, этими, как хвойником, просто засыпала немножко, значит, горечко песком. И, в общем, ну вот... Я не знаю, но вот мне кажется, они вот эти концы отморожены. Вот. Вот эти тоже вот замерзли веточки, которые были вот у меня под песком, они целые. Которые были сверху веточки, они замерзли. Но я не знаю, может быть это как сорт такой. Вот это вот у меня плохо была розочка накрыта, но вот она вся зелененькая. Вообще не вот ни одна веточка не замерзла, а тоже были также под хвойниками, плохо прикрыты были. Вот, и они вот вообще, вот этот сорт розочки, она вот вся зелененькая стоит. И вот эти вот розочки тоже у меня. Вот. У меня вылезли нарциссы. Мы вчера сюда лилейники посадили, пересадили цветы. Вот, в общем, и здесь я тоже потихоньку расчищала. Здесь у меня смородина красная растет, вот это кустик черной смородины. Я почистила малину, обрезала. Вот, ну,
общем, вот так и люлейники. И здесь я хотела пересадить в этом году эти ирисы. Вот. Вот там дальше у меня луковичные ирисы, они вот поменьше. Они, листики у них поменьше. Вот эти вот ирисы, такие клубневые. Вот. Я хотела в этом году их пересадить, но пока еще у нас места нету. Мы вот приготовили вот там делать забор. Бимофо! Вот, приготовили делать забор. Ну, в общем, пока вот так вот лежат вот эти вот дрова, все мы еще не убрали. Вот, ну, в общем, ну, вот так как-то. Здесь я, значит, до конца малину не обрезала. Здесь вот у меня обрезана малина. И я сюда посадила 4 кустика смородины. Это смородина красная. Я разделила один куст, один большой куст на 4 куста. Вот еще его тоже не расчистили здесь. Вот собаки как бегали. Я с той стороны все почистила. Сейчас я буду... Сегодня я буду чистить. Я вчера занималась грядками, сажала лук. А сегодня у меня свободное время. И я, значит, буду вот убирать весь этот мусор. Вот здесь мы убрали. Вот. Ну, в общем, вот так вот у меня здесь малина. Мы не стали сажать по одному кустику. Вот так собрали. Мы хотели вообще вырубить, выкинуть. Но прям вот рука не поднимается. Жалко. И, в общем, у меня тут ничего не растет. Два дерева. И мы решили, в общем, вот сюда посадить малину. Вот так вот мы, значит, собрали в эти, в кустики. И вот так, в общем, мы посадили. Что у нас получится, я не знаю. Ну, она вроде бы вот зелененькая. Почечки зелененькие. Ну, не знаю, посмотрим. Вот. Что не примется, вырежу. Вот одну старую ветку оставили. В общем, вот так вот мы посадили. Вот. У нас окролили 2 самки. Одна самка удачно, вторая что-то там у нее замерзли. У нас, повторюсь, у нас окролились 2 самки. И, в общем, одна самочка ничего, у нее все хорошо, а вторую что-то раскидала всех. И, в общем, замерзла. Замерзли кролики. И я тоже замерзла. Что-то, в общем, холодно. Ветер такой холодный. Вот. Ну, в общем, вот, собачки. Пришлось вот так Димочке поставить. Не хочет он нигде, он привык с пиратиком. Вот так, пока вот так вот коробку ему поставили. Будку еще не сделали, привязали, они все время путаются. Ой, ну, в общем, вот так. У меня почему-то одна курочка молодая была сегодня на улице. Я вот зашла к ним, я хочу показать заборчик, который мы сделали. В общем, я перегородила. Ну, мы вместе перегородили вот так вот заборчиком. Я хочу сделать такой маленький пригончик, а там, в общем, все убрать и посадить. Ну, забор когда сделают. И, в общем, здесь на нашей территории хочу сделать огород. Сейчас у нас коз нету, поэтому держать такой большой вольер как-то он и не нужен. Сейчас вот у нас одна вот эта последняя козочка, ну, вот она вот ляжет, лежит. Покушает, лежит. Вот. Ну, вот так вот. Я по вечерам убираю здесь потихонечку. Вот. Ну, вот так вот. Дырку вылазят мои курочки. Вот. Ну, вот так вот. Солнышко, конечно, светит. Но на улице холодно. Вот. Я вот думаю, что мне с этими коробами делать. Вот здесь вот он их поставил, они в тени. Эти короба. В общем, работы, ну, очень много. Ничего не успеваешь. Вот. Потихонечку, потихонечку. Ну, но я думаю, все мы потихонечку сделаем. Все посадим. Ну, ладно. Всем пока-пока.